кормят ноги, меня женщины из буфета. Я не прощу ту снова, когда слух читал тебе фета. А теперь еще раз, что слушала, повтори мне хоть строчку, ну-ка. Там не было прогресса, в этой тюче, сука, больше ни звука. Нет, ну-ка, как ты могла совершить такое? Мне не нужны оправдания, просто оставь покой меня. Ты на шкале терпения поломала стрелку, сил нет, сейчас разобью вот эту тарелку. Тебе объяснял сто раз, у того, кто погонит старой, всегда отнимали глаз. Твои домыслы надоели, твои подозрения душат. Просто дай мне все объяснить, ну почему ты не хочешь слушать? У нас ничего не было, ничего не было, легкий петинг. Ты сама прекрасно знаешь, ты у меня возглавляешь рейтинг среди женщин. Ну прости, я больше не буду, хочешь, я тебе почитаю вслух. Ты только не бей посуду.